Вставайте уже. Скоро муж госпожи Ю. Что? А? Сколько можно притворяться? Пора скинь мозгами. Если я вылечусь, госпожа Ю вернется в Чосон. Думаю, восстановление займет около 6 месяцев. Хотя, возможно, он будет прикован к кровати всю жизнь. Что ты говоришь? Пожалуйста, подождите. Я сейчас позову врача. У меня болит нога. Вас же ранили в спину. Почему тогда нога... О, нет! Надо держать его, а то он умрет. 1, 2, 3.